Темнота нам не помеха. Полина говорит, странно, она считала солнце. Странное солнце. Первый аркан. Солнце – это стремление, лидерство, ясность, яркость, детская непосредственность, еще и эгоизм. Что-то в этом такое стремительное, я прям фигурку человека вижу, есть, но можно еще поиграть с солнцем и поискать. Бабочка. Может быть, еще, знаешь что, ты так с этим арканом взаимодействуешь, но это еще твой фильтр. Это у нас восьмерка пентаклей. Планомерные, постоянные труд и вложения. Усидчивость. Ну, что-то есть такое. Это у нас... Семерка кубков. А есть в этом солнце впереди. Это иногда самообман, иллюзии, невозможность выбрать, много мечтаний. Человек может постоянно верить, что завтра будет лучше, как-то оно сложится. Ну, вот такой самообман. Постоянно верить, что завтра будет лучше, что-то будет хорошо. Постоянно выбирать, так много всего, не знаю, что выбрать. Есть такое. Солнце впереди, а я тут немножко запутанный. Так, это у нас паж кубков. Шестиконечная звезда, кстати, это анахата. Ну, кубки. Ну, может быть, растущая энергия. Так, ух ты, верховная жрица. А что ты рисовала в этот момент? Ну, как ты это ощущала? Вот эти кружочки и луна. Это ты просто вот так смотрела, да, и считывала? Да? Ну, ты тут жрицу замутила. Но она отличается от других. Мне интересно было, как ты жрицу нарисуешь. Она хранитель знаний, помимо всего, тайны знаний. Видишь, тут такой закукленный момент. Ну, все внутри. И к этому надо дорасти, дойти. Ну, похоже на жрицу. И она еще обособлена. Это такая глубина и бездонность, порталы, космос и все остальное, и галактики. Ну, ее это трудно как понять. Как будто бы планета Земля и Луна. Вот. Вот это Луны? Или вот Луна? Это. А вот это Земля, да? Ну, вот у нее лунная энергия. Жрица очень классно получилась. Ох ты, боже мой, это кто у нас такой на опоре? Я еще, знаешь, есть второе, я тебе потом покажу. Девиантное, это всяких страхов, отклонений. По рисункам сумасшедших, кстати. И там есть... там же красы, хромы есть. Ой ты, боже мой, восьмерка жезлов так выглядит. Неожиданно для меня. Это ускорение, скорость движения, энергия направлена на ускорение событий. Интересно. Вот тут надо еще посидеть, посмотреть, попробовать. Знаешь, как ты их потом нарежешь, и попробую я их считать. Интересно, я... Просто есть привычка видеть их так, понимаешь? А тут неожиданно и по направлению, и по всему. Интересно, как я его считаю, ну, вслепую. Так, поехали дальше. Ты не помнишь, что ты чувствовала? Нет. Я плыву на планетёшку. Ага. Ну, она, кстати, еще перелеты всякие. Так, вот тут вот интересный выход. Это ожидание у нас такое. Но видишь выход. Тут бывает, что люди разочаровываются, не дождавшись плодов. Но из конструктивного надо подождать цикл, как у Вруньера, и дождаться своих плодов. И здесь тоже, видишь, усилия все, ну, на выход, на то, что получится. Так, а вот и император. Квадратный, ты наш человек. Даже Хагала сюда попал. Вот это вот интересно, как ты его зафигачила. Ну вот были такие всякие завитушки. На тебе квадратный император. Имей в виду. Прикольно. Это похоже на императора. Даже корону ему зафигачила. Это стабильность, ответственность, такое мужское во всех стихиях. Ну, всего поровну. Единственное, что он не очень подвижный, товарищ, и бывает деспотичный. Ты ему тут какую-то такую структуру нарисовала. Так, поехали дальше. Ага, это у нас что-то растущее.
Ого. Ого. Ну вот эта пара получается. Кстати, вот так рисуется анахата. Это два треугольничка. А ты галочками сделала. А это какие-то росточки получились. Вот никто не поймет, что это такое. А это двойка чаш. Но правда, ты считывала здесь и кадуцея, и вот все, что автор засунул сюда. Смотри на вот эту структуру. И здесь. Даже в чем-то есть похожесть. Хотела напомнить про тех палочку с ножа. Ох ты, боже мой, что это такое красивенькое? Рыцарь мечей такой, он красивый. Обычно его побаиваются, тут он такой прям витиеватый. Но правда может быть хаотично противоречивый, в разные стороны направленный. Но такой, видишь, активный. Это очень быстрое, активное, импульсивное действие. Иногда агрессия. Оправданная и не очень. Ревность, агрессия. Но вообще это скорость мысли еще. Это умение, мечи это мысли. Умение двигаться мыслью. Ну, то есть это такой хороший навык, наработка. Если по плюсам. А здесь красивенько получилось. Так. А что ты видела вот тут, когда рисовала? Не помнишь? Так, это девятка. А, я прочитала нижнюю и подумала все себе. Девятка, а вот девятка, да, девятка, оно. Это страхи, бессонные ночи, всякие эти. Короче, перегруженный ментал. А тут видишь, все фокусом еще и собирается, все на одну голову валится. Ну, похоже, если хочешь кому-нибудь принести счастье, можно нарисовать этот символ. Так, дальше. Знание тут получает паш мечей. Это наблюдение, знание. Его еще называют засранец и говнюк. Этот. Язвительный. Поэтому змея. Но в принципе, да, это обучение, это подъем, это движение мысли. Можно так. Единственное, что вот шарики. Концепции, может, какие-то. Так, а ну-ка, подвинь мне тут все. Что-то тут такое структурированное. Тяжело, но буду тащить, называется аркан. Перегруз энергии. Уже перебор. Но человек тащит, но не покидает эту историю. И вот тут тоже вроде как расширение идет. Но тяжело, да, как бы в ограничениях. Это, кстати, карта ограничений, в том числе. Обязательств, ограничений, которые надо бы уже скинуть, это перебор. А он прет к цели. Хорошо прочитан. Держи. Интересно, ты колесничего нарисовал? Там действительно есть двойственность, но две противоположности. Ты их изобразила. Их надо уравновесить, чтобы рвануть вперед и держать еще равновесие. Но тут с равновесием что-то чуть-чуть не получалось периодически. Но вот эту штуку двойную. А может, ты считала просто тупо картинку еще, помимо всего прочего, и вот эти полосатые платки фараонов. Такие сфинксы с антеннами. Ну, прикольно. Так, хорошо. Следующее. Ну, какой красивый паш пентаклей. Креативненький. Мне нравится. Такой именно процесс обучения, общения, заземления. Ну, похоже, такая сразу раз, энергия по спине пошла, такая заземляющая. И спокойная очень. Нравится. Ого. Квадратный товарищ и круглая дама. Парочка. Она такая, мы веселые медузы, мы похожи на арбузы.
Но это принимающая, это женская энергия во всех ее проявлениях, там, во всех стихиях. Принимающая и взращивающая. У меня просто сразу к яйцеклетке какая-то отсылка идет. Интересно, почему два круга? Как коконное поле, какое-то движение. Не помнишь, да, что-то еще? Прикольно. Этому ты тоже два... Ну, не одну фигуру, а две сделал. Парность какую-то изображал. Видишь? Ну, ты видишь, ты рисовал. Так, а это у нас кто? Тюрьма головы это у нас. И семя, вот это посеянное семя всяких там мыслей, еще чего-то рваное. Ну, одна из... Ее называют еще тюрьма головы. Самоограничение. Человек думает, что вовне он ограничен. Ну, что обстоятельства. Видишь, он идти может. У него мечи стоят, но дорога открыта. А просто глаза закрыты, и он чувствует себя скованным. Это обычное убеждение и концепция. И тут на тюрьму похоже. И прямо на голову упор. Ну, наверх. Ну, такое, сюда не хочется, честно. А ну-ка так, если на скидку. Солнце, да, тут так хаотично как-то. Император мне родная энергия. Ну, потому что у меня она есть. Колесничий тоже. А, это не колесничий. Вот эта энергия, ограничение, десятка жезлов. Нормально я с ней. Колесничий нормально. Паш Пентаклин пошло. Это нет. Это так себе. А вот это не моя энергия, вот это моя энергия. Это подходит. Мне пажи подходит, судя по всему. Даже вот это подходит. Это семерка кубков. Так себе, знаешь, но... Так. Это я бы выбрала, если надо было бы из нескольких, я бы выбрала. Вот это только сейчас заметила, но гармонично подходит. Вот это бы не выбрала. Разбирайся. Так, давай. Ух ты, боже мой, кто это такой квадратный? Ого! Так я же часто королева мечей, но я больше король. О, боже мой, что тут происходит? У меня фаллический символ перед глазами появился. А потом я прочитала сверху и все поняла. Блин, Полина. Ой-ой-ой, что это такое у нас? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А, кстати, видео придется тебе порезать. Я так и думала, что это вот что-то деструктивное опять. Потому что не хочется сюда вообще никак. Это какое-то очень какое-то порванное что-то. Это пятерка мечей. Ножи в спину. Это тут ты можешь тут быть и победившим, и проигравшим, но это такая первая победа. И то, и другое не приносит плюсов никому, кроме тех, кто сам в мечах. Ну, мечевая масть. Для них это заслуженная победа. Ну, рост вперед. Есть такие люди. Остальные это такое неприятное ощущение, как и тройка мечей. А тут, кстати, вот один персонаж, видишь, выигравший, и два других поплыли дальше с поломанными копьями. А выигрыш тут тоже такое, ну, такое, знаешь. Да, королева мечей дала жару. Это тут должно быть так открыто, или это ты не дорисовал? Открыто должно быть, да? Ух ты, ёшкин кот, даже не знаю, что лучше, восьмерка мечей или королева мечей. Ого! Какая квадратная мадам получилась. Структуры, ментал. А ну дай. Ты мне дала короля жезлов, зачем? Ну, она, конечно, убьет и съест, выколет глазики и не моргнет. Но... Жестко. Вообще очень жестко, очень необычно, очень жестко. Но король жезлов тут вообще король. Просто царь. Вот чем ты думала, когда ты это рисовала? Но у меня первая ассоциация была именно с королем и с жезлом.
Вот так они выглядят. Думают, что красавцы, на самом деле. Ну, дамы, между прочим, дамы-сканеры тоже думают, что они красавцы. Хорошая пара, кстати. Огонь поддерживает ветер. А, в смысле, ветер поддерживает огонь. Считается очень плодотворной парой. Но мне кажется, где-то есть и покрасивее. Так, ну, вот вроде бы это должно быть вот так потом. Очень так вот симпатично. Вот если вот это все собрать, то получится вот так. Но вот эта пара все-таки посимпатичнее будет. Даже по-лионелевски вот эти два персонажа. А вот эти два, конечно, надо наложить друг на друга и посмотреть, что же получится в итоге. Ну-ну. Вот чем ты думал? Король. Вот есть квадратность, начало квадратности есть. Дальше потекла куда-то энергия. Хорошо, что ты Юлику это не послал. Так, ну что, читаем дальше. Кое-что надо будет еще как-то, может, в других арканах посмотреть, ну, в других колодах. Но в основном очень даже читается. Интересно будет это все нарезать, а потом выкладывать рядом и позаниматься с этим. Ну, нарезать и поработать с этим, как с энергиями, сеткой энергии. И вообще дать посчитывать. И использовать как то, что очень рабочим будет, и резонировать, использовать для не диагностики, а как это называется? Каждый раз забываю слово, которое тарологи используют вместо моего слова любимого. Гармонизации, не знаю, это не гармонизация называется, это называется фиг знаю, забыла. Коррекция. Для коррекции ситуации. Я еще Маше покажу, посмотрим, когда свет появится, как она это почитает. Колесничий, кстати, вот так вот на отдалении, колесничий, император, двойка кубков. Очень даже живые энергии получились, красивенькие. Но по типу мечтай. Тут даже разговаривает она. А это у нас восьмерка. А семерка. А ну покажи, что это у нас было. Слушай, а оно ж не фиксируется. Восьмерка, да? Восьмерка пентаклей. Работай, мечтай, и получишь все, что хочешь. Так, бери.